Здравствуйте. Можно вам вопрос задать? Да. А вы знаете, что такое битбокс? Да. Я вот просто недавно начал заниматься, хотел что-нибудь показать, чтобы вы оценили. Потому что боюсь показывать на большую аудиторию. Вы знаете, я не спец. А мне как раз нужно мнение вот обычного слушателя. Ну, давайте. Как это все слышится. Welcome sleeping. Welcome. Don't. Welcome peeping. Don't. Welcome. Don't. Welcome peeping. Don't. Welcome. Sleeping. Спасибо. Молодец. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну да. А как вы знаете, к какому подъезду ехать? А вы не написали, да? Нет. Мы увидели, что вы высветились. Слушайте, у меня звук как будто в колонках. Ну, он и говорит, да. А я говорю, меня слышно сзади, да? А еще как слышно? Как будто в самолете. Да. Почему? А я тебя специально так сделал, чтобы меня хорошо слышно было. Я думала, чтобы мне хорошо слышно было. Ну и вам хорошо, и меня. Я думала, у меня с головой уже. И кому-то следующему. Думаю, все, я уже на самолете. А давайте я вам что-нибудь исполню, я же музыкант. Давай. Мы же уже почти приехали. Так, как раз 2 минуты, там чуть-чуть взять. Давай, там еще там длинный световой впереди. Boom, it was all about boom, only you and me, boom, only two of us, boom, maybe three. Boom, it was all about boom, only you and me, boom, only two of us, boom, maybe three. Maybe three. So maybe three. Это как лечебная физкультура. Ну да, да. Оно мне помогает. Какой инструмент изображали? Барабаны? Ударники. Ну и вокал. Мне кажется, да, так. Ничего себе. Ну, я такой только в этом, к телевизору видела. Ну, как человек оркестра сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказываем пиццу. Заказываем пиццу. Заказываем пиццу. Давай еще. Bump it up, don't you know? Bump it up, you've got to bump it up, don't you? Pump it up, you plan to pump it up, plan to pump it up, you've got to bump it up. Everybody dance. Заказываем пиццу. Здорово.
Спасибо. Магнитола точно здесь не нужна вообще. А можно вам вопрос задать? А вы знаете, что такое битбокс? Нет. Это вот когда музыку губами делают ртом. Может, слышали когда-нибудь? Да, слышала. Я вот просто езжу, немного людей развлекаю. Слышите, наверное, то, что я сзади слышно там. Да. Я просто хотел попробовать, вам что-нибудь сделать, может, удивлю вас немного. Давайте. Boom, I'm extra careful about that. Because I'm a Freddy movie gonna get try a boom of my love, of my love. I'm love is so much, but I feel I could only get your in the future for me, so I can give you all of my love. Очень круто, в шоке. Почему вы тогда еще здесь? Вам надо куда-то что-то дальше. Классно. Спасибо большое. Вы очень талантливый, нифига себе. Я, конечно, слышала, но честно, чтобы так вообще круто, нет. Правда, не слышала. Ну, спасибо большое, очень приятно. Правда, очень классно. Здравствуйте. А можно вам вопрос задать? А вы знаете, что такое битбокс? А я вот хочу исполнить вам битбокс, я недавно начал заниматься, специальный микрофон подключил. Просто... Чтобы петь битбокс, да. Да, ну можно сказать, я и профессионально занимаюсь тоже в какой-то степени, потому что иногда выступаю. А я еще зашла, когда я поняла, что вы микрофон. Микрофон, говорит, странно. И еще то, что камера телефона, там, как телефон направлен в эту сторону, я тоже там смущала, думала, что такое, у меня здесь скрытая камера. А почему ты встречаешь микрофон? А вы не увидите, потому что у меня здесь прям, где шея, я его туда присоединил. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вам вопрос задать? А вы знаете, что такое битбокс? Я вот просто заниматься начал не так давно. И хочу вам что-нибудь исполнить, если вы не против. Ну, что будет? A confusion in my mind. There's no way and I'm blind. Falling into a black hole. But I'm taking control. A confusion in my mind. There's no way and I'm blind. Falling into a black hole. But I'm taking control. Ну да, у меня просто микрофон подключен назад. Вы слышите, наверное, то, что я говорю, меня слышно там. Ну, вообще, я чемпион России по битбоксу. Да, сейчас вот просто недавно сюда приехал. А, ничего себе, офигеть.
Спасибо большое. Очень рад, что вам понравилось. Да, я в шоке. Это правда человеческий голос?